Записи с врагбита будут, естественно. И с Нейшенвара тоже. Пол ТВТ выиграл одними минами. Ну, видимо, слабенькие ему соперники попадаются. Так, что за fastest map-то, интересно? Давайте посмотрим. Так, 810 мой ID. Так, сейчас я чайку пока хлебану. Поехали. Думаю, что на такой карте весело должно быть. Помню, в первом StarCraft'е была Fastest Possible Map этот. Опа, это интересно, это очень быстрая добыча называется. Это прикольная карта, кстати. Это очень прикольная карта. И газ здесь бесконечным количеством рабочих еще можно добывать. То есть здесь сверхбыстро можно развиваться просто. Опа, что-то я тут дернул рабочих немножко. Поняли.
Так, сейчас мне понадобится второй Nexus для бустов. В перспективе. Так. Так. Разработка завершена. База атакована.
Опа. Так, пора выходить у нас мне в старгейты. Так, приходится тут с двумя одновременно драться, но грейды мои слишком сильно решают. Да что такое-то, ё-моё. Короче, кого-то дропают. Так, здесь тиран приходит. Очень-очень агрессивно он приходит.
Так, нужно переселить мне часть своего. Так, здесь мы пилоны новые ставим. Так, еще нексусы строятся. А, все, 350 лимита предела там, как я понял. Ну, тогда хорошо. Тогда гоу-гоу. Я думал, больше можно построить. Так. Так, 3-3 готово. Так, пытается тиран отбиться, но моя армада, конечно, жестока уже.
Так, зерк на меня наламывается. Так, а где он у нас? Так, вижу, зерк не убил все, конечно, но это еще не конец. Так, сейчас будем стартовать мы, в общем-то. Ну, кто там у нас сильный-то? Надо в центре побиться срочно нам. Где этот зерк чертов живет? А вот зерк где-то здесь живет какой-то, да? Нет, здесь никого нету. Так, пошла атака. Рейвены не успевают вовремя ворваться. Сплититься пытаемся. Ну, вы поняли, что карта прикольная, но мне, к сожалению, нужно выходить.
Так, принять участие можно будет в следующий раз. Ну что ж, теперь зато я знаю, что есть такая карта. Вот, ну, к сожалению, ждать это полностью не надо заставлять на Ишинвар, потому что долговато. Так, ну что ж, Блай против Вортекса у нас первая игра. 0-0 счет. Сейчас, секундочку, у меня тут что-то происходит. Нет, это естественно не реплей. Какой же это реплей? Вот это у нас первая игра. Блин, Димага будет, если будет проигрывать, естественно. Украина. Тогда выйдет Димага, скорее всего. Пока что его не будет. Так, все, я здесь. Через 15-ю хату играет Блай, Газпул. Здесь у нас через пул опенинг был от Вортекса. Ну, знает он то, что от Блая можно ожидать всяких ранних чизов и так далее, поэтому перестраховывается. Вот, система у нас такова, что один игрок может выиграть всех, поэтому нужно Вортекса забревать побыстрее и с запасом подходить к под, ну, вот, к концу, ведь очень сильный игрок. Так, там у нас есть Маджестик и Аластор еще.
Так, выходит квина на второй. На мейне тоже прогоняет овер. Кстати, если бы снизу второй квиной помочь, может быть, ему, ну хотя навряд ли. Но может быть получилось бы сбить овера, но не факт. БВшечка на мейне ублая. Выходит он, как я понимаю, сейчас в армурлингом или же в плюс один роучем для пуша. Это да, это плюс один рейнджовый грейд пошел. Очень интересно. Роуч ворона пока нет, но, видимо, будет пушить. Так, об участниках сборных. Ну а что тут рассказывать? Все знают Блая. Много онлайн-турниров выигрывал. На ИЕМе там, по-моему, второе место когда занимал давно. На Аланах много. Также Димага, ну, за Украину играет, который очень хорошо на Аланах в свое время уступал. Там зачем много призовых и касс. У Испании, конечно же, Вортикс главная сила. Остальные два послабее. Но этого последнего времени игроки, ну, они реально послабее. Вот. У других сборных, у Украины более стабильная в этом плане сборная, конечно. Вот, у нас тоже. Ну, посмотрим, как все сейчас получится. Вот, а у Италии я вообще не знаю, кто там сейчас играет, потому что раньше у них были какие-то игроки, да, там Клауд был тот же, еще кто-то там. Сейчас даже не представляю, кто там у Италии будет играть, поэтому у нас слабый соперник в первом раунде, естественно. Но мы в финале были, поэтому Норвегию, которая была в финале с нами, и нас раскидали по сетке подальше друг от друга. У Вортикса у нас начинается продакшн роуч. И, кстати, посмотрите, он собирается пушить. У меня такое ощущение. Видит ли это Блай? Да, он видит это. Рабочих у него меньше. У него практически готов лейер. Вортикс заказывает хату. Сейчас будет заказан мув. И Вортикс тоже лейер строит. Так, здесь линги подгрызть пытаются, но не успею. Здесь роуч приходит. Было бы не 4 линга, штучек 8-то, а другой разговор бы был. Так, Блай пытается убежать, и убежит ведь двумя из четырех лингов. Так, и массит роучи, и на золото бы часть рабочих перевести не мешало, что Блай делает. Если Вортикс попытается наказать это золото, он, естественно, затерпит, потому что Блай мув раньше, ему не стоит сейчас вообще вперед куда-то вылезать. А что это, посмотрите, как... Фига себе, плетка как выкинула линга туловище просто куда. Сейчас вы видели. Так, 10 роуч, продакшн не убла. Вортикс приходит. Блай ждет секундочку, пока зайдет сюда испанец и начинает его принимать просто. Квина выживает. Роуч погибает. Ну что, нужно тут ловить и убивать просто нафиг всю эту, всех этих роучей. Вортикса спокойно. Часть уходит, часть Блай прекрасно принимает сейчас. Но рабочих у Вортикса больше. Вот он уже сам золото начинает добывать. Боевой лимит гораздо выше у Блая. Вортикс в продакшене роучи делает сейчас. Но Блай собирается контратаковать. И вот готов мув уже. Вот у нас плетка. Нужно скопить своих роучей здесь. Нужно врываться. Нужно фокусить плетку сразу. Минус квина. Ну что ж ты, Блай, делаешь? Идет контроль. Вторую квину фокусит. Нужно плетку убить сразу Блая. Да что ты бегаешь-то через мув? Получаешь дэмэджа столько. Прибегают линги. Нужно врываться лингами. Плетка наконец-то начинает погибать. Плюс один есть у Вортикса. Поэтому линги моментально погибают тут. Лимита у Вортикса больше, чем у Блая. Как так-то? Боевой одинаковый. Контролить пытается Блай, но проблема в том, что у Блая это не в дотекании, не линги, не роучи, а линги. Я не знаю, зачем он вообще их делает. Они плюс стоят, еще тупят здесь. Вот врываются линги внутрь сейчас. Ну, хоть какое-то подспорье. Часть врывается на золото, окружает роуча. Здесь окружена квина, Блай тащит. Смотрите, еще линги приходят. Но на золоте проблемы Блаю нужно устроить. Вортиксу, естественно, здесь рывается. Блин, был бы армор у лингов, другое дело. Но армора-то нету. На золоте все выжирается сейчас. По рабочим Блай почти нагоняет Вортикса. Нужно заказывать самому роучи строить. Так, здесь принимает битву с роучем. Линги уходят. Ну, здесь драться не стоит. Блаю, конечно же, он отдает здесь лингов. Просто роучи наверх заходит. Вортикс его начинает разводить. Как-то роучи больше у него прирост. Нужно отступить просто назад сейчас.
Так, отступает Блачик назад немножко. Золото у него добывается. 10-12 роуч прокшн. Лимит больше боевой становится резко. 2-2 практически одновременно грейды будут. Так, рабочих все еще меньше, но Блай-то добывает золото, поэтому добыча у Блая выше до сих пор, чем у Ортикса. Сейчас вот пока рабочие переезжали, есть шанс у Блая перемасить его хоть какой-то. Ортикс как-то постоянно успевает добавить рабочих когда-то, в отличие от Блая, я не знаю. Боевой лимит выше по роучам. 30 на 26 в пользу Блая, принимает он бой сейчас. Плюс 2 не готово, ни там, ни там. Ну, позиция лучше у Ортикса гораздо здесь. Зачем сюда Блай так напал, я не знаю. Пытается контролить. Так. Ну, на пару секунд плюс 2 у Блая будет раньше. Посмотрите. И расконтролил ведь Вортикса. Прекрасно. Просто как это получилось, я не понял. Каким образом? Плюс 2 готово. Ну, и Вортикса тоже готово. Вот Блай встречает с разных направлений роучи. А пока они не в куче все. Принимает, убивает. Так, заскакивает наверх. Нет, не заскакивает. Здесь минус роуч у нас. Минус еще роучи. Вортикс уже с дронами начинает драться. И неужели Блай сейчас затащит? Очень похоже на то. Врывается наверх. ГГ, пишет Вортикс. Ну, это хорошее начало. Я ничего по этому поводу больше сказать не могу. Это прекрасное начало для сборной Украины. Потому что, ну... Теперь остается выигрывать других, соответственно, просто и все. Так, ну что ж, теперь было остальных нужно выигрывать. И на Джокера рассчитывать, чтобы в Ортиксе. Вортикс, соответственно, был наказан. Так, предлагаю завязать в чатике вот это все дело, а то сейчас на тридцаточку первые попавшиеся полетят. Вот ждем следующую игру мы. Так, от Лев на вебмане приходит. Спасибо большое за поддержку. Вижу я. Так, сообщения какие-то.
Маджестик у нас выходит вторым игроком, Протос против Блая. Давайте посмотрим, как сыграет. Бывший варкрафтер, я насколько помню, кто-то говорил. Так, привет, Пека Веган. Рестрим на Twitch. Погодите-ка. Рестарт, ретвич, что это такое? Стрим-то на Twitch был. Может, какие-то проблемы сейчас, поэтому что-то такое может быть, я не знаю. Так, я здесь. Бой 7, 1-0. Украина ведет. Карта у нас чаще. И Маджестик делает билд через гейт. Ну что же, еще далеко не все закончено тут для Блая, для украинской сборной, потому что до 4 побед идет матч, и Vortex еще второй раз может выйти. Но это будет в конце, то есть это последний шанс будет от него и для Испании. Но еще нужно выиграть, конечно, Блаю, этого Маджестика и Аластора для начала. Так, заказанная кибернетка, приезжает пробочка у нас.
Запись, естественно, будет. Порезал я немножко запись, чтобы залилась на ютубовском канале, который указан, естественно, и не только на нем. Так, бустится у нас Mothercore. Majestic Blay заказывает третью хату уже. Так, побежали линги наверх куда-то. Ну, к Силнагу Блайз занимает. Поэтому здесь два пилона в проходе есть. Начинается у нас новый день. 0-0-1. Так, Mothercore тут патрулирует. Овером все прекрасно Блай видит. И пошел Старгейт у нас у Маджестика. Строит рабочих Блай. Газа пока нету. Ну, я имею в виду по московскому времени. Так, естественно. Квины в продакшене. Первая у нас выходит уже ко второй базе. Сейчас криптуморы пойдут. Третья хата готова. Тоже здесь квина. И две еще на мейне на второй строятся. Сейчас 16 дронов на мейне. В этот раз Блай сверххалявно играет. Максимально быструю раскачку баз трех. Против того, что делает Маджестик. Это, в принципе, эффективно. Потому что вот он видит и Старгейт. Здесь у нас фениксы пошли. То есть сейчас просто перестраховаться с порками Блай, и все будет прекрасно у него в перспективе, потому что ну, Протос отстает по экономике, хотя вот сейчас равное количество рабочих, но если Блай сейчас будет заказывать дронов нормально, то, естественно, выйдет вперед, причем очень быстро и серьезно вперед он выйдет. Так, третью нужно раскачать, только 41. Сейчас 4 овера у нас в продакшне. Supply блок был, нужно сейчас заказывать новых, соответственно, дронов. Часть на мейн возвращается. 10, 11 дронов, это на третью. Третью нужно хату этими дронами сейчас подпитывать, добывать ее. Заказан Роуч Уоррен, лейера пока не видим. Плетка где у нас пошла? Плетка на третий, спорка на третий. Почему на второй на мейне спорок? Нет, не понимаю. Вот сейчас уже фениксы начнут харасить. Нет, это не бо 5, это бо 7. Так, и давар зилков издалека. Тут Маджестик прям зилками куда своими выдвигается. Не знаю, но 10 лингов у Блай в ракшене. Роуч Ворон есть уже сейчас будет. На второй. Плюс здесь плеточка есть. То есть третья защищена, в принципе. Ну вот. По рабочим, что Блай просто не может обогнать, который через гейт начинал. Но вот это неправильно, я считаю. Как-то слабовато, пока рабочие строятся. Вот. Будут играть другие игроки от Украины, если Блай проиграет. Понимаете, если Блай выиграет 4-0, то никто играть не будет. Ну вот Вортикс, он самого главного врага, самого сильного игрока испанцев, он уже убил. То есть Вортикс ждет Джокера теперь. Но нужно убить еще Ластору вот с Маджестиком для начала, чтобы о чем-то говорить. Если же Блай не убьет, выйдут другие. Если же Вортикс выйдет, убьет Блай, то тоже выйдут другие. Начинается харас, погибают у дронов некоторое количество. И вот Блай все не может выйти вперед. У Маджестика ситуация это хорошая. Сейчас посмотрите, лимит практически одинаковый. Пошло робо, экономика. Ну, у Зерга получше, что у него три хаты, но по рабочим одинаково. Вот сейчас только-только вперед Блай выходит, добавляет новый газ на третьей, на второй базе. Три сейчас в продакшне газа. И вот 6 роуча я вижу в продакшне. Ну, нужно дораскачать. 61 рабочий-то маловато. Нужно 71 примерно. Вот. Нет, Джокер можно использовать не в любой момент, а только в... Когда счет, ну, одно очко от поражения отделяет вас, то есть, когда 0-3, там, или 3-2, или 3-3, то есть, когда вот 3 у соперника очка, тогда можно выпустить второй раз игрока самого сильного. Вот плей-офф там, по-моему, в прошлый раз до 5 побед вообще идет.
Так, роучи от Блая идут куда-то в район третьего Нексуса. Здесь ничего такой микс, плюс грелочка прилетает. То есть тут есть филды, и роучи огребут вот от этих зилков, если под филды попадут. Тут Блай заходит, опасно очень он заходит, я должен сказать. Сейчас, если филды прокатят, ох, как вовремя муф врубился, и Блай ушел. Вот три филда сейчас пошли. Здесь у нас Феникс и Квин начинают ловить еще, но у Блая много Квин. Блин, не успел затрансьюзить, к сожалению, блин, одну квину, но если бы успел, было бы, конечно, гораздо лучше. Здесь у нас заказан хайв и вайперов, как я понимаю, Блай собирается играть, но я думаю, что Протс успеет выйти в фидбэк. Прилетают фениксы, 6 штучек их видят, хату четвертую. Так, здесь врыв от Блая идет, плюс квины... Приходит роу еще очень много. А куда, куда, зачем до хайва-то вообще ломиться тут? Ну, не знаю. Давайте наблюдать. Но мне-то кажется, что вот зря так Блай, конечно, пыхтит. Потому что рабочих уже меньше. Если эта атака провалится, то просто катастрофа будет у Блая по экономике и по всему. Ну, вот 10 гидралисков еще добегают. Грейды у нас... Рейнджа гидре нет. Так, пошла атака. Роучи подставляются, уходят. Часть будет, филд-то еще нет. Ну, тут неплохо сзади, в принципе, Блай прикрывает этих роучи. Фидлы обновляются. Есть колосс, есть иммортал. Контроль от Маджестика хороший сейчас идет. И лимита больше, чем у Блая становится. Здесь фениксы как-то пролетают прям через все. Минус 2 феникса. Но нужно уходить. Блай тут случайно роучи своего еще убил. 4 вайпера в продакшене. Нужно сваливать отсюда. Квины уже никуда не денутся. Ох, минус 6 квин с полной энергией. Да что же за жесть-то такая? Нужно трансьюзить. Трансьюзит Блай квин своих, но... Так, а сможет он вообще здесь уйти-то остальными-то теперь? Ну, кстати, Маджестик тут развалился почти всеми юнитами, но... Блай потери тоже несет, причем не слабые. Нужно отступать. Квины погибли. Это все отходит. 15 роучи, 4 вайпера есть, и что для Блая хорошо, то что нету фидбэка еще. Так, а кстати, есть здание-то? Нету архивов темпларов, и даже в продакшене нет. То есть Блаю сейчас нужно кулак гидры накопить, опять же, и энергию вайперами еще. Ну, что за привычка у зергов из одного здания? Качает из разных-то, быстрее регениться будут, конечно. Так, копится Блай, 171, 145, четвертая хата не добывается пока, гидралисков 5 продакшн, но у него 0-0 грейды, вот. То есть, если атака сейчас его не вкатывает, он по грейдам дико отставать будет. Четвертую Блай просто и раскачивать-то не собирается, то есть, как бы, четвертая ему по факту, разницы мало, на золоте или там. Ну, на золоте, да, здесь на острие, в общем-то, она была бы, и Блай... Не рискует. 200 лимита, 7 роучи, 4 гидрала еще в продакшене. Ну вот как так? Рейнджа гидралом нет. Это такой провал, посмотрите. Рейнджа гидралом нету. Грейд Блай... Погодите-ка. Я что-то не понял. А что, Блай бы вэшку свою сосал, что ли, вайперами? Или что произошло-то такое вообще? Так, пытаются вайперы здесь вытащить что-то, грелочку вытаскивают. Быстро гидра фокусит, все лезет в такое пространство узкое, Блай, что ж ты делаешь? Не надо так лезть в это узкое пространство. Зеленка пошла хорошая, отменяет и просто Нексус. Вот вперед идут пси-штурмовики, нужно фокуснуть срочно. Фидбэки по вайперам проходят, колоссов притягивает Блайчик, одного, второго, но их нечем просто убивать. Ну, провальный контроль, провальный, очевидно, контроль здесь был, но... Куда лез-то вот в эту щель, блин? Растянул фронт, жди, пока он ошибется, чтобы вытащить колоссов. Но Маджестик принимает Блая. Блай рассыпается просто в хлам сейчас. Отступается, ждет прирост. Но есть ли вайперы, давайте глянем. Вайперов нету больше. Есть 9 квин. Ну а что эти квины колоссам? Ну будут они там шпунять друг друга, лечить по 100 хп. Колоссам вообще пофиг. Они лазерами вжик-вжик просто. И до свидания. Даже не достать.
Так, готовят ну, атаку Маджестик. Лимиты примерно одинаковые. 8 корабтеров от Блая. Ох, ё-моё, 5 колоссов. Это жесть просто какая-то. 2-1 грейды. Ну, даже с 8 корабтерами я не знаю, что тут делать. Блая, где-то хата погибнет. Сейчас нужно брать всех корабтеров вперед. Блая вообще выхода просто сейчас не видит пока. Мазеркор сейчас, может быть, перехватить сможет. Да, Мазеркор заблудился здесь. Блай что, в размен собрался? Вот же Протос идет. Ну, а куда Блай поломился-то? Я что-то не понимаю. Его сейчас стирают с лица земли. Он куда-то пошел в размен. Здесь уже есть колосс. Караптеры-то есть с собой вообще. Разворачивается Маджестик. И Блай просто не уйти отсюда будет. Нексус выбивается на второй. Здесь даже не нужно назад возвращаться. Здесь просто один колосс с двумя сентрями отбивает все. Третий Нексус падает. Но у Маджестика есть четвертый. Он начинает его добывать, здесь квины попадаются под колоссов. Все идет вперед, с разных сторон Протос просто громит здесь вот этих всех квин, фидбэки, все просто, посмотрите. Ну это вообще унижение квин сейчас было. Блая лимита меньше, 150 на 180, 6 брудов. Пытается брудами что-то Блая тут сделать, но Нексус этот выбить не успеет. Пытается пробок убить, ну некоторое количество убил, да, но у самого-то добыча просто с двух баз идет. И роучи эти никуда не уходят. Просто провалище, блин, просто полное. Так, брудов еще Блай морфит. Ну, 170 на 120, боюсь, здесь уже не вытащить. Тем более, второй армор сейчас у Протоса 2-2 уже будет. Грейды Блай не делал, 0-1. Ну, как хотел тут? Что хотел, вообще не понимаю. Так, роучи пытаются прорваться к четвертому Нексусу. Тут два сталкера Протоса выделяют. Просто они с блинком, можно блинкануться просто вперед. И два еще встречают. А сам идет в лоб, здесь дроны переводятся, мы видим. Так, пытается с брудами Блай подраться, но тут слишком много колоссов, они брудлингов быстро выжигают, и брудов прикрыть некому. Заблинкиваются сталкера наверх, олкила не будет от Блая. Будет счет 1-1 сейчас. Хорошие штормы проходят. Нужно кассу демаги тащить сейчас. Кто готов? Я не знаю, кто готов из парней, но сейчас будет врыв чей-то. Сейчас касс играет. Ну что же, ждем. Пошел инвайт, заскакиваем. Естественно, можно трансюзить, как фениксы поднимают. А как же? Кому интересно, вот по этой ссылочке можно купить тикеты, чтобы поддержать этот турнир. Вот. Такая же система, как в Доте, в этом главном турнире. Можете поддерживать и меня, мой канал, по реквизитам в описании и прямо из плеера. И спасибо за подписки на премиум, за отключенные отблоки, конечно. Привет, Визард, ты тут? Так, сейчас я поставлю задержку, ребята, тут нужно...